Экстремалы совершили прыжок с веревкой, пролетев 80 метров. В Петербурге состоялись пробные прыжки с самого высокого городского здания, строящегося дома на проспекте Обуховской обороны. Уже в ходе тренировки были установлены новые городские рекорды. Спортсмены-экстремалы прыгнули на глубину до 80 метров. Общая высота здания с куполом и шпилем превышает 100 метров. Пока прыжкам помешал мороз и сильный боковой ветер. Однако спортсмены терпеливо относятся к капризам погоды и ждут, пока станет теплее.